день, друзья! Хочу немножко рассказать о новинке, представленной на только что открывшейся выставке «Экспотреб 2019» в городе Красноярске. Это станок механической рубки, который позволяет превращать отходы в дополнительный заработок. Станок предназначен для рубки веток диаметром до 120 мм, а также для переработки горбыля. Станок позволяет перерабатывать до 30-40 кубометров заготовок за 8-часовую смену. Подойди, покажи. Давай, возьму. Горбыль рубится на равные части примерно по 15 сантиметров, что позволяет использовать отходы производство в качестве топлива для печей, мангалов. Приходите на выставку, будем рады вам продемонстрировать данное оборудование.